Приготовим цельнозерновой бездрожжевой хлеб в микроволновке. Нам понадобится одно яйцо, немного соли по вкусу, чайная ложка разрыхлителя, столовая ложка сметаны и пара столовых ложек цельнозерновой муки. Все это тщательно смешиваем. Если масса получится очень густой, то можно добавить 1-2 столовые ложки воды или молока. В качестве формы я использую обычную тарелку, которую смазываю растительным маслом. Аккуратно выкладываем и отправляем тесто на 3 минуты в микроволновку. Получается цельнозерновой хлеб с плотной и пористой структурой.